И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игрушку, как Remember Me. И сейчас нашей задачей является возвращение в бар. Мозговая течь, кажется, или как-то так. В общем, мы сделали страшное. Что мы сделали? Мы много чего... Ух ты, какие волосы. Мы много чего сделали, на самом деле. Победили здорового Борова, который ребзи Новый год. Это получили от него... новое оружие, и потом у нас Эдж замечательным образом затопил трущобы. Ну, честно, на них слил, можно так сказать, приличную часть воды. Погодка, смотрю, не очень хорошая. Прям как у меня сейчас на улице. Так, ну хорошо, идем. Вещи на обмен. Статуи. Венера Милосская бы. Что здесь стояло целиком, чё уж. Все в одном. Бизнес с улыбкой. А прикиньте, потом, может быть, лет через 10, вот очки дополненной реальности станут нормой. И у нас вот такие тоже менюшки, ну ладно, не через 10, может через 15, менюшки вот такие тоже будут летать, и потом новое поколение будет смотреть на эту игру и говорить: фу, какой графон отстойный. Для них это когда-то было типа невообразимым. А теперь-то у нас есть. Так, подождите, где валяется? Там какую-то... Так, надо найти этот плакат. Там какой-то бар нарисован. Нет, я сперва найду. А то я уже одну штуку пропустила, не хочу. А я могу? Нет, не могу. Так, бар. Может быть, это наверху? Сложно сказать. А, вот. Идиот. Так, подожди. Бар я вижу. Вот эта штучка. Подожди, а где же она там лежала? Она ж... А, вот. Супер. Да-да-да-да-да. Что такое? Скорожуки питаются у линии передачи памяти. Определить их местонахождение по звуку, стрелять по ним, чтобы получить ОПП. А как? Так я стреляю, чё? А, вот так. О, господи, я прям испугалась, честно говоря, я прям вздрогнула. Так, что-то как-то, да, трупы немножко много. И что за скорожуки вообще такие? Как они питаются памятью? Из чего они сделаны? Что-то как-то жутковато тут. Не очень хорошо. Здесь что-нибудь вкусное. Вот я вижу. Старинного Парижа. Мы потом все почитаем, ладно. Давайте. Мне просто сейчас что-то неохота этим заниматься. Мои артбуки посмотрим и почитаем. По-моему, сейчас. Хаос просто какой-то творится. Слушайте, какие засранные аллеи. Просто такой дизайн уровня охрененный. Посмотрите, сколько деталей. Все так... Всего так много, и все так... Блин, все так круто. Не могу. Так, хорошо. Красная дверь. Вот где-то там. Так, колонна. Don't touch me. Ди-ри-ри-ри. Don't touch me. Ду-ду-ду-ду. Ну серьезно, он там прям точно так же сказал. Don't touch me. Ду-ду-ду-ду. Добрый день. А, черт, ну что такое, ну? Это только я начала уже. А, ну вас связка. Ух ты ж, блин. Так, две ноги, рука, две ноги. А у меня не хватит. Только если... Мне не хватит. Мне просто тупо не хватит. А что если, знаете, что, вот отсюда убрать и поставить ее назад? Нет, давай. Да...
Я не то хочу, я хочу как-то вер... Слушай, заколебала ты меня. Ой, как неудобно без прицела. Нет, слушай, подожди. Ой, не могу. Как-то он странно немножко передвигается, этот прицел, скажу я вам. Вот это вот сюда верни мне, пожалуйста. О, господи, я, честно говоря, путаюсь до сих пор, как здесь убирать, как что. Так, давайте вот... А, налево мне! Отпусти меня, я хочу... Вот. Подожди. Делит. И сюда поставить. Стой, было бы удобнее, если бы здесь был какой-нибудь курсор. То есть, две ноги, это у нас на восстановление этого. Две руки у нас чисто силовая атака. А, нога-рука, это у нас для атаки и для лечения. Так, сохранилось? А то я помню, в прошлый раз что-то как-то не пошло. А, слушайте, подождите, у меня еще одна рука есть, поэтому поставим, чё мы. Две ноги, рука. Хорошо. Раз, два. Ну, ладно, немножко... Так, слушай. Ух ты же, блин, какие мы крутые, да? Раз, два, три, блин. Ты живой еще? Офигеть, блин, опасно. Ой, слушайте. Так. Подождите-ка. Вот эта штука. Вот этот спуск где-то вот здесь должна быть. Вот она. Хорошо. Какая-то жопа тут творится, господа. Налево, направо. Так, здесь заперто, поэтому пока сюда пойдем. Может, тут что валяется? Ну, вроде нет. Ой-ой-ой, что пролагало? Скотина ночью. Перекрыл мне тут. Ой. Блин. Эти роботы, они мне слишком напоминают сильно манекены. Они какие-то манекенские роботы. Так, можно их как-то обойти вот эту хрень. А как это сделать? Вот так это сделать. Да? Да, нет. Куда еще выстрелить? У меня же долбанет током, я же не могу перепрыгнуть. Забраться тут негде, я так понимаю. Осторожно, да, понимаешь? А, там открылась просто дверь, господи. Я вечно ищу сложности. Блин, камера, конечно, такая дерганая. Либо вот так сразу, либо... Либо вниз. Так плавно не получается сделать. Так, тут что-нибудь есть? Кто там болтает над головой? Блин, жесткач какой. Don't touch me. Don't touch me. Я не могу! У меня уже... Жутковато с этими. Не страшно, но как-то, знаете, как-то так неприятненько эти чуваки, они меня пугают. Они неприятные, я боюсь их. Фига, блин. Стоят такие, смотрите. А они правда могут выполнять функции проституток? Мне просто интересно. И если да, а как у них там все обустроено? То есть какой материал используется для этого? Презервативная резина? Нашла, да, о чем подумать вообще? Don't touch me, не? Хороший ракурс. Ух ты, япона мать. Так, хорошо. О, бешеный. А, опять. Стреляйте с спамера по мародерам, цепляющимся за стены. Хорошо.
Хорошо, хорошо. Да я знаю, блин, как. Нет, нет. Так, стой, подожди, ты меня раздражаешь, сейчас я. Так, стоп, подожди, мне такое чувство, что у меня отвалилась эта штука. Нет, не отвалилась, чего она не работает? Стоп, 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 подожди, мне что-то не наводится. Ладно. Стоп, подожди. Да е-мое, дай ты мне сообразить. Давайте сперва я ухожу от тех, которые не прилипают. Вот этого, например. Так. Почему вот не работают две ноги? Вот, видите, у меня... А, это все понятно, рука, две ноги. Блин, я просто постоянно забываю про вот эти первые, самые вступительные, скажем так. Хорошо, нога, рука, нога, рука. Рука, две ноги и рука. Куда тебя примагнитило? Ты чё, женщина? Ах ты скотобаза. Спокойно. Ой-ой, камера. Тихо, болезный. Не отщухлишься. Черт, слишком быстро прошло. Ах ты, поддонок. Так, хорошо. Блин, да шо ж ты делаешь, ты со мной, скотина вонючая. Так. Воу, женщина, быстрее куда-нибудь. Беги. Сейчас огреет, зараза. Так, что-то как-то мне... Я вот как поменяла вот эти все. Мне как-то хуже стало делать все это. О, еще эта камера, еще такое маленькое... Ну, как относительно маленькое пространство. Но тем не менее. Что-то как-то неудобно. Ой, меня сейчас убьют такими темпами. Слушайте, знаете что? Ра-ра-ра-ра-ра. Давайте-ка я вот эту вот... Нет, нет, стоп, подожди, назад. Беру. А. Хотя нет, подождите. Все правильно у меня стояло. Че туплю-то? Вот это для быстрого лечения, скажем так, а это для таких вот. Туда и сюда. Хорошо, сейчас тогда подлечимся. Без всяких заморочек. Слезь, подонок. Я сейчас умру. Опа-па-па-пары-па-пары-па-пары. Меня сейчас убьют. Чувак, отвалил. Блин, он сдох что-то больно быстро. Это я не успела даже толком подлечиться. Нет, нет, чувак, не надо. Раз. А, нет, стоп. Да что ж ты? Раз. Ой, не надо так делать. Да что ж ты, женщина? Ну все, меня сейчас вынесут. Все. Блин. Она не слушается как-то периодически, когда ей поплохеет, она как-то не очень хорошо слушается. Что-то как-то я... Наверное, сказывается. Либо из-за того, что я ночь не спала, либо я просто отвыкла, потому что что-то как-то я в кнопках путаюсь. Мне как-то... Как будто я первый раз вообще. Ну хорошо, хорошо, давай. Жалко, здесь заставки сбрасывать нельзя. Хорошо, дай мне уже сделать. Вроде такой бой не очень-то и сложный. Обычный мы такие уже проходили. Но что-то как-то я вообще затупила по-страшному. Ладно, сейчас...
мешать мне убивать. Так, там прыгун. Еще один. Нет, нет, не туда стреляешь, женщина. Слез. А в тебя так стрельну. Ты придурок. Опс. Да что ж ты делаешь? Я ж прыжок-то нажимаю. У ворот точнее. Так, еще один готов. Пыщ. Так, сколько их тут осталось-то? Так, сейчас, ой, как неудобно-то, а? Ой, понажимать. Да отвалите вы от меня-то все, особенно ты! Дай мне хоть продохнуть-то. Нет, знаете что? Да, молодец. Сейчас. Так, сейчас куда-нибудь отбежим подальше. От тебя сейчас упадуха. Оп! Да я жму прыжок. Ну что ж ты такая тормозная женщина? Серьезно, она как-то очень замедленно реагирует. Такие, да что ж ты делаешь? Так, стоп, подождите, а как нам на мышке переключаться на другой цвет, простите? Ой, блин, как меня бесит это все уже. Она просто не слушается иногда, просто не слушается, забивает и все. Да я не туда хочу стрелять, я просто спешу, что ты делаешь-то. Куда там бежит этот поломанный? Мне нужно с этого лечилку вытащить. Блин, он сдох. Ну что ж такого, это всегда все. Так, сейчас мы его залупим. Давай ляг. Ой! Сейчас меня опять убьют. Потому что я лупила просто бешено. Раз, два. А, все, сдох, слава богу. Слушайте, это невозможно было. Ужас. Такие бои вот. Так, в мусорке где-то. Вы наблюдаете мусорку? Я не очень. А, это не мусорка, стоп, подождите, это крыши такие. А, ну вот они. И как туда забраться? Не тут же где-то валяется, правильно? Наверху же наверняка где-то. Подожди. Крышу вижу. Наверное, надо сперва подняться туда, а потом уже решить вопрос, как тут подняться. Чё сюда пришла вообще? А, вот. Я еще на эти штуки обращала внимание до этого. Думаю, что-то там такое прям подведено кружочками. А, ну вон, а чё? Так, а я смогу туда вернуться как-нибудь? У меня туда есть куда прыгнуть? Я хочу туда, там плюханы лежат какие-то. Ладно, наверное, обход будет какой-нибудь. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Так, входы... Нет, стоп, подождите, я хочу налево. Так, хорошо. Не, подожди, женщина, что ты творишь? Что-то я не вижу, куда. А, все, так удобно, мне еще отсвечивает из-за того, что светло на улице. Нифига не вижу. Так, вот здесь где-то должно быть то, что мне нужно. Ну, здесь вниз, по-любому. Так, вот тут вот где-то был. Вот он. Все супер. Вторая ячейка. Замечательно. И куда нам отсюда? Ой-ой-ой, игра. Игра. Тихо. Так, откуда? А, вот. А что мне делать? А! А, там жук. Даже женщина.
Ага, хорошо, значит, это было не обязательно, да? И чего мне дальше делать? Забираться сюда, обратно? А отсюда куда? Так мы же оттуда пришли, куда мне? Или мне сюда вообще не обязательно было идти? То есть там можно было просто перелезть на другую сторону, там плакаты или что там было-то у нас? То есть это было чисто такое левое место, скажем так. Вот туда мне, наверное, надо, да? Вот тут, да. Хорошо. Jax, this ad. I've heard it before. That's a good sign, sister. It means your core memory resisted the treatment. Ну так ты мне, может, что-нибудь скажешь, что за панда? Что значит основная память? Есть не основная? Ой, что ты делаешь, женщина? Не, подожди. Давай. Так, тем. Так. Такие граффити прям. Сука, качественные. Сколько художников работало, сколько дизайнеров работало над этой игрой, это же вообще охренеть. Что это было? Так, надо взять разгон. И у меня в этот момент как раз FPS просело. Сейчас какие-нибудь бои будут, не? Потому что больно... Территория просторная. О чем я и говорю. Да я в курсе, спасибо, Кэт. Я иногда просто забиваю на комбо, я начинаю просто так лупить, мне так прикольно. Кровавая ярость. Порой отдыхает просто. Что не так-то, господи? Опять что-то появилось? Связующий прием повторяет и усиливает эффект предыдущего приема. Связующий прием можно использовать лишь изредка, они очень мощные. Также помните, что чем ближе к концу светки вы используете прием, тем сильнее будет его эффект. Это... Ну да, это в конец его лучше ставить. Теперь создайте связку с использованием. Хорошо. Вот этот я, пожалуй, поставлю. Вот как раз здесь нога. В принципе, можно даже сюда, наверное, поставить, чтобы у нас был... У нас что тут тогда будет? Лечилка? Я не знаю, прям с ноги начнут, с руки куда поставить. А, не, урон, смотрите, 265 будет, но зато восстановление спецприемов с 15 до 50, это круто. Урон 105, конечно. Давайте лучше мощнявую сделаем, а так прям... Она будет повторять, то есть рука-нога... А, рука, две ноги, рука-нога. Надо запоминать. Чёрт. Ну это как... Раз, два, рука... Да скотина, блин, ты мне прервал мой мега-комбо. Рука, нога... Нет, подожди, я так не могу, мне надо хотя бы, чтобы поменьше было упырей этих. Оп. Ух ты ж, прилетел. Блин, как вас много теперь-то опять стало, а? Вот не зря нам сказали только. Лежать. Надо руками кого-нибудь нахайду хоть, чтобы подлечиться. Ах ты, подонок. Ты как ты меня бесишь, а? Понеслись в ту сторону. Сейчас надо кого-нибудь из них... Ой, ты-ты-ты! Ну-ка, лежать. Да. Опа! Слез отсюда. Так. Рука, мега, рука. Не, я лучше вот этот мега-прием буду использовать на этом большом, толстом, страшном.
Эй, я же нажала. Так, надо валить отсюда. Меня убьют. Меня как пить дать убьют. Надо ярость использовать. Хотя нет, сперва я их посбрасываю. А потом я уже включаю, буду ярость. Нахуй, нахрен. О, меня убьют сейчас. Если я не подлечусь, а я этого, конечно, не сделаю. Не смогу сделать нормально, потому что я не... Мне всегда везет. И она очень мало здоровьюшка восстанавливает. Да блин, не успею. Только подлечишься, и тут же тебе дают сзади, блин, под задницу. Так, подождите, дай мне сильно вылечиться. А, все, мне сейчас он протаранит, и я того самого. А, нога. Нога, рука, нога. Ну, сама, блин, кто-то сомневался. Слушайте, я какая-то немощная. Я не могу. Мне до сих пор как-то немного непривычно. Еще вот это вот. Иди сюда. Ой, улетел. Ладно, хорошо. Так. Хорошо. Блин, они не умирают. Ой, что я там получила такое? А, я хочу открыть. Что я хочу открыть? Ногу, руку. Давайте вот это лучше. Потому что мы тогда использовать смогем вот тут. Да. А можно было бы, знаете, хотя... Ну-ка, подожди. Вот отсюда убрать. Сюда поставить. Да, да, да. А потом в конец еще вот эту. Вообще охренеть. Так, надо запомнить. Рука, две ноги, рука, две ноги. А, ну, все, все понятно. Рука, две ноги, рука, две ноги. Нормально. Только мы все равно сейчас не выживем. Потому что я немощная, как всегда. Но все не как у людей. Оп! Ну нечестно, блин! Ну нечестно! Ну вообще нечестно! Ну это свинство. Это просто свинство. Я отскочила, а он мне все равно. Меня бесит такие моменты, честно говоря. В играх, в принципе. Так. Рука, две ноги. Рука, две ноги. Ща я кому-то наваляю. А может, я наваляю? Да блин, ты меня бесишь, чувак! Уйди! Просто сдохни! Куда ты взялся вообще такой? Да епо нажимать, как вы меня бесите. Меня вот бесит то, что она не уворачивается. Вот это меня реально бесит в этой боевке. Она просто не слушается. Что это было? Вот почему я сражаюсь с этим, а ее примагнитивать на того, на который вообще стоит там за 10 километров, и она все равно на него магнитится. Вот объясните мне, это что такое вообще? Меня это раздражает. Меня персонаж не слушается. Я ненавижу, когда меня персонаж не слушается. То, что там стараешься, стараешься. В итоге получается какая-то хиня, потому что персонажа примагнитило куда-то там на другого. Что это было вообще? Блин, вот почему ты спрыгиваешь, когда я именно целиться начинаю? Объясни мне. Ой, как вы меня бесите, чуваки. Мне такое ощущение, что вот эти вот... Ничего не хочу говорить. Я хочу убивать. Они мне не дают нормально убивать, потому что они мне не дают нормально убивать. Они делают что угодно, но только не то, что мне надо. Уйди просто, чувак, уйди отсюда. Как ты меня бесишь, боже мой. Еще меня сейчас захайдокают опять. Они не могут меня оставить в покое просто. Этот чувак еще за мной ходит. Эти еще были. Ну вот как это объяснить, а? Просто не вздохнуть, не пернуть называется. Ой, меня бесит это все уже. Ладно бы, как бы, в принципе, была бы боевка. Да, она нелегкая, все дела. Это хорошо, как бы. Ну, блин, когда твой персонаж творит ахинею, это начинает раздражать.
И вот это меня тоже начинает раздражать периодически. Да почему ты не можешь увернуться, когда я нажимаю? Как вы меня бесите, кто бы знал. Еще, ладно бы, блин, они снимали как-то поменьше здоровья. Так, блин, они снимают примерно столько же, сколько вот этот здоровый. И это раздражает. Сейчас я вас всех просто порешу как побыстрее. Да что ж ты делаешь, женщина? Сейчас еще этот упырь в меня врежется, еще зашибись будет. Так, уходим. Да какого хрена? Ты, у тебя даже восклицательного знака не было над башкой. Что ты творишь? Я еще не то делаю. Молодец какая. Блин, просто сдохните все. Все, зашибись. Пошел процесс, кажись. Опа! Там был воскликнуться. Куда ж ты прыгаешь, женщина? Что ты творишь, блин? Что ты творишь? Как ты меня иногда бесишь все-таки, а? Это просто невозможно. Какой муж, зачем? Так, по-моему, он закончился. Так, рука две ноги, рука две ноги. Ладно, черт с ним. Рука две ноги, рука две ноги. Сейчас попробуем. Ну, конечно, она зачем? Он мне просто не дает ничего сделать. Ну какой смысл в этих комбо, если они на нем не работают? Просто объясните мне. О господи, как меня это бесит. Кто бы знал, кто бы знал. Причем меня бесит не сама боевка. Боевка мне нравится. Мне бесит то, что персонаж меня не слушается. Вот что меня бесит. Нет, стоп, не туда. Вот теперь рука две ноги. Ой, так точно рука две ноги. Так, рука. Нога. Нога. Рука. Нога. Нога, блин. И удар, конечно. И где мое вот это повторение моего мега-комбо? Где оно? Кому оно нужно, правильно? Рука, нога, нога, рука, нога, нога, мать. Но он сдох. О, господи. Я схожу с ума. Это было как-то очень геморройно. Так, тут точно ничего нет? Точно-точно ничего нет? Это была просто ненависть и боль, а не боевка. Боевка прекрасна, но, блин. Вот эта камера, эти увороты, они меня убивают просто напрочь. Дождик пошел, надо же. Погода не к черту. Давай, женщин. Стойте, подождите. Ну-ка взобраться. Стоп, стоп, не падай только. А нам туда? Или нам вниз? Вниз определенно. Хорошо. Неслась. Ой, слушайте, а у нас-то время уже как бы все. С этой боевкой, блин. Полсерии проходит. В общем, ладно. Тем не менее, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. В следующей серии мы пойдем туда. Вернемся, я надеюсь, уже в следующей серии в бар. Что там? Как он там называется? Такое название. С мозгами, короче. Разжиженные мозги будем, короче, называть этот бар. В общем, что делать, вы знаете. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока.